В субботу за час до полудня около остановки 19-я школа шофер Toyota Mark II сбил на пешеходном переходе мужчину. За рулем седана был 81-летний пенсионер, который ехал из гаража домой в Фабричный переулок. Он двигался по улице Волочаевской в направлении центра города по второму ряду. Мужчина уверял полицейских, что его вины в аварии нет. На красный свет шел пешеход. По словам водителя, он остановился у стоп-линии и ждал зеленого света. Когда он включился, пенсионер тронул машину и почти сразу сбил с ног человека, неспешно пересекавшего дорогу. Он не бежал, он тихо шел. Я его почему-то в последний момент увидел. Я не тормозил. Не знаю, пусть он там, наверное, метров пять. Наезд зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на местном торговом комплексе. Шофер Марка неспешно подъезжает к стоп-линии. Люди идут через дорогу. Один прохожий явно опаздывает, но все же решается пересечь проезжую часть. Встречный поток тронулся, то же самое делает и водитель Марка. Пешехода он действительно не увидел в упор. Диагноз у 51-летнего пострадавшего не тяжелый – ушибы лба, локтя и грудной клетки. На жителя Клубной улицы наложат штраф за нарушение правил перехода дороги. Материального ущерба от наезда нет, следов на автомобиле не осталось никаких. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алферов.